Так, все, мы нашухарили, можно убегать теперь. Бежим, 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 все, уходим. А наш канал там продолжает работать. Привет! Николь, куда мы с тобой приехали? Мы приехали играть маме подарок. Точно. На Новый год. Новогодний подарок. Будем сейчас его искать. И вы увидите, что именно мы выберем маме. А вы в комментариях еще пишите, что вам больше всего понравилось. Как вы думаете, какой подарок больше всего подойдет для нашей мамы? Да. А ты пока подписывайся, я тебе рекомендую это сделать. Нажимай на красную кнопочку, она под видео. А теперь появился колокольчик, нажимай на колокольчик. Теперь будешь узнавать, когда мне выйдет новое видео. Николь, да, смотри, какой магазин. Мама наша любит такие всякие штуки. Такие всякие пахучки, мыло разное. Пахнет чаем. Пахнет чаем? Угу. Давай посмотрим, как ты думаешь, что ей понравится. Мыло. Мыло с какой-то вкусняхой. Нет, это... Как, ну... Овсянка. Да, овсянка. Мыло с овсянкой, прикольно. Вот кусок апельсина лежит. Это мыло, наверное, с чаем, я так думаю. Наша мама любит всякие вкусняшки, которые вкусно-вкусно пахнут. О, это бомбочки, кстати. Бомбочки для ванн. Надо как-нибудь с ними устроить челлендж, как ты думаешь, да? Да. Всякие кремы тут какие-то. Может, купим маме игрушек? Или киндеров? Нет. Прикольно. Тут стоят манекены, которые крутятся. Может, какие-то вещи ей посмотрим? Пойдем в магазин вещей посмотрим. А вы уже договорились, в каком мы месте потом встретимся? Да, будем встретиться там, где есть еда. Конечно, я голодная. Да? Так, это мужские. Это мужские, вот с этой стороны, да, женские. Да, давай, может, какое-то платьице ей посмотрим новогоднее. Курточку, думаешь? Не, ну да. Куртка у нее есть. Да. Давай платьице посмотрим ей какое-нибудь. Домашнее платье. О, смотри. Смотри, какая пайта прикольная. Это все причем отлепляется, прикинь. Это можно переклеивать. Смотри, оно отлепляется, очки, ключи. Думаешь, вот это? Ну, мне она, кстати, нравится очень. Тебе тоже? Да. Да, это, ну, здесь все, смотри, все девчачье, видишь такое? Смотри, тут можно вот эти штуки отлепить и налепить их в любую часть пайты. Прикольно? Тут еще есть прикольные чехлы на телефон. Смотри, мне вот эти нравятся. Вот такой гном. Печенька, а, надгрызанный арбуз. Представь, мама будет с арбузом ходить. Представляешь? А, прикольно, ты вот этот хочешь? Что это с какой-то... С какой-то зеленкой. Да, я думал, они будут сыпаться, они не сыпятся. Смотри, какие олени прикольные. Может, ей вот такие вот олени взять? Тапки оленя. Нет? Я просто не знаю, может, мы ей не одежду будем брать, может, какое-то украшение ей возьмем. Как ты думаешь? Сладкое она у нас не любит. О, все, Николь нашла тут какую-то игровую штуку. Kids Planet. Планета детей. Какая-то такая игра, как в Burger King мы обычно на таком играли. Такая площадка светящаяся. Что там, магазин? О, магазин украшений. Отлично, все. Идем смотреть украшения. А ты знаешь, что мама любит? Да. Мама любит жемчуг. Да, как у нее на шее такой маленький жемчуг висит. Привет. Жемчуг, это же ты знаешь, такая белая штучка? Что-нибудь на шею я бы посмотрел ей. Какую-нибудь красивую цепочку с жемчугом. Мы спросили, где здесь есть жемчуг, и нам подсказали. Что возьмем, колечко, амулет или сережка? Я не знаю, мне больше нравится, когда на цепочке всякие штучки такие вот маленькие. Что ты это? Ну, на цепочке такие миниатюрные штучки. На цепочке, когда висит, вот как у нее такое. Красиво. Здесь, кстати, есть даже прям наборами. Такие маленькие сережки есть. И есть сразу цепочка. Может, давай возьмем вон ту цепочку? Вон. Вот это? Ну, может быть. Кстати, тут, да, такой набор колечка, цепочки сразу. А, еще на Алисном канале будет видео, как мама с Алисой ищет подарок папе. Я не знаю, какой это будет, правда. Да, у нас получается такой небольшой квест. А, Алиса с мамой ищет, а я с Николь. Да? Только для мамы выбираем. Только не папе, а мы... Да. Такой вот у нас квест. Да. Вы можете знать, их сейчас даже сзади нету, сами посмотрите. Да, и никто не знает, что будем друг другу дарить. Вот смотри, может очки? Давай посмотрим. Вот зеленая елка тут есть. Давай посмотрим.
всякая тут бижутерия красивая. Давай посмотрим очки. Не, ну очки сложно, потому что их надо подбирать, зайка. О, это ванильное. Давай. Ну-ка. Да, доставай. Молодец. Отлично. Тебе замечательно, Николь. Вообще супер. Такая стильная в них. А ну-ка покружись. Вау, ну модель настоящая. Вау, все блестит. Еще так свет. Блестяшки. У нас, кстати, да, у нас, кстати, мама не очень любит, когда сильно все блестящее. Такие вот штучки она любит. Видишь, на руку колечко такое одевается. И браслетик. Друзья, вы, кстати, напишите в комментариях, что вы собираетесь подарить своим родителям, какие вы подарки им готовите. Да, нам интересно будет почитать, интересно, что подписчики дарят родителям. Мы сейчас мама найдем немножко духов. Она любит у нас духи. Она всегда, когда мы куда-то летим, она всегда... Да, мама у нас очень любит духи, разные запахи, поэтому мы сейчас что-нибудь ей постараемся подобрать. На самом деле в парфюмерных магазинах огромный выбор духов. Я не знаю, я здесь теряюсь просто. Понюхай. Тебе нравится ли я? Не очень. Да, не запах не маме. Ага. Ну что, ты что-то интересненькое увидела? Нет. Пока нет? Такие есть, смотри, прям наборы косметики. Потому что я точно не знаю, что ей нужно из косметики. Я знаю. А ты знаешь? Лак. Лак? Да. Для ногтей или для волос? Для ногтей. Для ногтей. Ну давай искать лак. Пойдем дальше. Идем дальше. Пойдем смотреть сумки. Толкай. А, закрыто. Не хотят нам продавать сумку. Идем дальше. Смотри, есть мужские костюмы для мамы, если хочешь. Вот. Вот. Ух ты, какая красивая витрина. Да, звезды какие красные. Вау, розовый пиджачок какой красивый, супер. Нам надо что-то интересное такое для нее найти. Необычное. Не, это обувь, зайка. Обувь надо мерять. А то мы купим, а ей не подойдет. Аптека. Можем в аптеке ей купить витамины. Цветочки, вау, тут все красиво упаковывают. Вот это надо обязательно будет взять еще. Но уже ближе к Новому году. Да? Такие букетики красивые. Тут девочки упаковывают все красиво. Прям в горшочках. Видела? Прям в горшках сразу цветы. Чтобы можно было... розы купить. Нет, она не любит розы. Она любит ромашки. Точно, ромашки. Наша мама любит очень ромашки. Пока пойдем. Пошли. Сумку или шапку. Кстати, шапка может ей понадобиться, потому что Алиса в маминой шапке прорезала дырку. Так, мы едем еще ниже на один этаж, да, Николь? Да. Посмотрим, что там есть. Мы видели сверху, что там есть какие-то интересные штучки продаются. Так, сейчас будем спрыгивать. Кто боится вот этой штуки? Опа! Молодец. О, сколько сладкого. Все, мы не можем дальше идти ничего делать, да? Мы увидели тут супер конфетную лавку огромную. Да, с такими маленькими вкусняшками. Вообще, тут прям хочется сразу все купить, да? Такие маленькие вкусняшки. Есть прям наборы такие. Надо будет взять, да, такой наборчик домой? Все, надо идти, пойдем выбирать вкусняшку. А то мы маме ничего не выберем. Да, возьмем ей конфеты и все. Вкусно. Так. Ага. Вот мы и встретились. Можно тут бомбу смотрим, вам пока ничего не ищем. Так, мы спалили Алису и маму, которые ходят и нам подарки ищут. Ага. Ну давай, ладно, их оставляем тут. Оставляем, пусть они тут выбирают. На кексик похоже, не, на мороженое. А ну-ка, подожди. Мороженое. Да? Попробуй. Мороженое с шоколадом. Точно, еще мне пахнет вот вкусняшки. Какие, да, лего. Лего из шоколада есть. Такая здоровая витрина стоит со всякими шоколадными вкусняшками. Бананы в шоколаде, вот в разных посыпучках. Вот такое хочешь? Да. Да-да. И даже тут есть перец чили в шоколаде. Для особых экстремалов. О, Николь пошла в магазин Apple.
посмотреть, что тут есть. Так, и что ты нашла тут интересно? Это какой-то планшет-компьютер. Ну да, кстати, прикольная клавиатура, да? Ага. Это получается клавиатура на... На планшете. Как это? На чехле. Чехол вместе с клавиатурой сразу. Класс, удобно. О, какой огромный планшет, вообще здоровый. Очень большой. Что тут? Игры какие-то? Есть что-нибудь интересное? Может, мы маме компьютер купим? Давай твой канал запустим. Вот сюда заходи. Берем теперь вот тут. Подожди, подожди, стой. Надо набрать Николь. Пиши, Николь. Ох, мы сейчас тут побалуемся в магазине Apple. Сейчас поставим канал Николь. Нажимай Enter. О, твой канал. Давай, открывай. Вот они, наши видео все. Николь, это супер. Так, 850 тысяч подписчиков. О, наш трейлер пошел. Интересно. А тут есть? Сейчас, сейчас узнаем. Давай, включай. Вот, теперь в магазине будет играть канал Николь, да? Скажите пароль. Да, это трейлер наш. Челлендж пицца. Пухлый кролик. Сода челлендж. Смузи челлендж. Принглс челлендж. Это сплошные челленджи были. В мире огромных киндеров. Классно, когда можно вот так вот зайти куда-то и посмотреть свой канал. Давай ставим попкорн или с Эриком видео, как ты? А зачем оставлять видео? Ну просто, чтобы работало. Будет играть тут. С Эриком поставим? Да, нет. Какое? Вот это? Все, оставили мультфильм. Все, мы оставили, в общем, наш челлендж последний. Работать. Так, все, мы нашухарили, можно убегать теперь. Бежим, 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 все, уходим. А наш канал там продолжает работать. Так, мы нашли Алису и маму. Они сидят тут в кафешке. Ну что, вы купили? Мы купили, а вы? Молодцы, мы тоже купили. А мы вам не скажем. Это же подарок. И мы вам не скажем. Тоже не скажете? Хорошо. Да. Тогда это будет сюрпризом и для вас, и для зрителей. Да. Если хочешь узнать, что будет у мамы на Новый год, то подпишись на мой канал. И узнаешь, когда выйдет это видео. Если ты подписываешься, к тебе приходит оповещение о новом видео. Скажите пароль. До завтра, Николь! Пока! Пока!